Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему я не могу принять решение уйти с работы из-за того, что моя мама против? Я начинаю сомневаться в правильности своего решения. Я работаю в банке уже 11 лет. 3 года была в декрете, сейчас вновь вышла. 8 лет я работала и любви к своей работе не испытывала. Всегда не любила эту работу. Работала ради денег. Сейчас я возвращаюсь, но работа моя поменялась, требует продажи. А я человек, который не любит, не умеет продавать. Мама говорит, научишься. Я понимаю, она старая закалка и переживает, что я не найду работу такую стабильную. Но почему я все еще в 36 лет опираюсь на ее мнение? Почему не могу сделать так, как хочу, и уйти с нелюбимой работы? Почему я должна мучиться? Почему она меня не поддерживает, а наоборот гнобит? Я не знаю, что делать. Ну, смотрите. Что делать, чтобы что? Да? То есть, ну, наверное, нужна цель какая-то. То есть, чтобы что-то делать. Вот, это первое. А второе, ну, если вы уходите со своей работы, вот, то в любом случае это сопряжено с определенным стрессом, как мне кажется. Вот, что, ну, нормально, вот, абсолютно нормально, что это сопряжено с определенным стрессом, вот, и для того, чтобы, чтобы как-то лучше себя чувствовать, вам нужно не просто вот понимать, что вы уходите, там, ну, с нелюбимой работы, как вы говорите, да, вот, и так далее. А вам нужно понимать, что изменилось у вас. Не просто вот, что, там, ну, не знаю, что вы не хотите больше работать, вот, на нелюбимой работе, как вы говорите. А что-то изменилось, ну, как бы более, ну, более глубоко, более глубинно в вас, вот. На мой взгляд, что-то изменилось, понимаете? Вот. И на мой взгляд, вам нужно разобраться с тем, а что изменилось. Почему, если раньше вы работали ради денег, да, и, ну, вам, понятно, было ну, не очень хорошо вам было, да, вот, ну, не, вам ну, не нравилось то, что вы делали, да, но как-то вот это было, ну, значит, терпимо. Это было терпимо. А сейчас это перестало быть для вас терпимо. Вот. Понимаете? То есть изменилось конкретно. Изменилось что-то в вас. Вот. И вот, на мой взгляд, вот нужно вам разобраться именно с тем, что изменилось в вас. То есть, возможно, вы как-то вот, ну, захотели чего-то другого, да, вот. Возможно, вы поняли, что, ну, хотели бы делать там какие-то другие вещи. Вот. То есть поменялись ваши ценности сейчас. И вы уходите не просто, вы берете и уходите, как бы, а вы уходите куда-то.
А ваш рассказ, это, к сожалению, больше история про то, что вы уходите, это как будто бы никуда. Вот. Что вы просто говорите, что, ну, вот я мучаюсь, да, а мне там что-то не нравится, и это нормально. Вот. Я хочу уйти, я хочу, чтобы меня поддержали. А почему, как вы думаете, человек нуждается в поддержке? Ответ очень простой, потому что у него недостаток своей собственной мотивации. Но если человек не понимает, для чего он делает то или иное, если человек, условно говоря, понимает, от чего он идет, то есть вы идете от нелюбимой работы, но не понимает, к чему он идет, вы не понимаете, к чему вы идете, то вот вам нужна поддержка. И эта поддержка, она на самом деле, ну, кого угодно, мамы и так далее. Вот. Я думаю, что вы привыкли опираться на маму по ряду причин. Вот. В частности, возможно, по причине того, что мама привыкла, да, давать какую-то достаточно четкую цель вам, вот. То есть она говорит, вот делай так, вот будет так, поступай так, будет так, все. Вот. Я думаю, что вы с одной стороны привыкли к этому, вот, а с другой стороны, ну, в общем-то, на мой взгляд, сказывается дефицит, в общем-то, ваших мотиваций. Вот, то есть непонимание того, чего я хочу сама, да? Вот. А если вы 11 лет или 8, не совсем понятно, вот, работали ради денег, вот, то, ну, эта мотивация-то, она неплохая, но она оставляет пробуксовывающий ваше развитие, вот. Она оставляет за, так сказать, бортом вашу реализацию, вот. А это означает, по-видимому, что вы себя обесцениваете, вот. И если вы себя обесцениваете, то вы нуждаетесь в поддержке мамы, которая типа знает, как надо, да, как правильно и так далее. Вот. То есть нужно найти и подкорректировать те обесценивающие ваши тенденции, которые имеют место быть. Это первое. А второй момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный, наверное, с тем, что вот то, что вы так вот, ну, как будто бы, да, привязаны к своей маме, вот, говорит о том, что вы находитесь, вероятно, с ней в слиянии. Вот, слияние – это такой болезненный, я бы сказал, деструктивный очень способ отношений. Вот, ну, вы можете, в принципе, сами почитать об этом в интернете, информация есть. Необходимо психоэмоционально сепарироваться от вашей мамы. И для этого необходимо использовать злость, агрессию и так далее. Сейчас вы, на мой взгляд, немножечко демонстрируете такое проявление, вот, ну, слабенько, но демонстрирует. Вот. Соответственно, ну, вероятно, вы, может быть, даже не привыкли вот к такому выражению, да, чувств и так далее.
Вот. Соответственно, ну, наша задача заключается в том, чтобы вот помочь вам, да, эту сторону свою раскрыть, вот, помочь вам, ну, может быть, как-то лучше слышать себя, ну, начать лучше слышать себя. А вот, может быть, как-то более четкие личные границы выстраивать, не только там с мамой, да, но и ну, вообще с людьми, вот, не обязательно только с мамой это делать. Вот, и так далее. Но самое главное, давать вот волю, да, давать выражаться, давать проявляться, вот, разным вашим ощущениям, разным вашим чувствам, вот, и в том числе чувствам злости, да, в том числе каким-то чувством там непринятия, вот, ну, например, мамы опять же, вот, и соответственно, вот, как бы это и послужит там основой, ну, основой для уже вашей собственной такой вот модели поведения, которой сейчас у вас нет. А еще, как мне кажется, вы по аналогии со своей мамой, вот, предъявляете к себе ряд требований, вот, которые мало чем оправданы. Вот. Требования эти вам тяжелые, они на вас несколько давят, эти требования. Вот. И, соответственно, вы запрещаете себе совершить ошибку. Вот. Вы запрещаете себе поступить неправильно. Понимаете? Какая штука. Вот. Вы запрещаете себе, по сути, получать опыт. Вот. А без опыта невозможно развиваться. Без опыта невозможно учиться чему-то новому. Вот. Понимаете? Какой момент. И вот вы оказались вот в такой ловушке. Соответственно, из нее нужно выходить. Да? Вот, это очень важно и едва ли не обязательно для вас. Вот. Ну вот, пожалуй, что как-то так. Отвечаю на вопрос, значит, почему я опираюсь на мнение мамы? Да? Не привыкла доверять себе. Это первое, не привыкла себе доверять. И второе, это то, что, ну, вас, по-видимому, во-первых, как-то задевает. Ну, вот, какая-то такая позиция мамы, да? Ну, то есть она вас задевает, она вас как-то, ну, напрягает, да, может напрягать вас, вот, ну, то, как вот мама себя ведет с вами, например, вот. И вы можете, ну, вот, по большому счету, вы можете хотеть одобрения ее, да, то есть, вот, ну, привыкли, вот, значит, стремиться к тому, что вот мама, да, должна меня одобрить, вот, иначе, если она меня не одобрит, то я плоха. Вот. То, что вы
то, что вы плохая, то, что вы плохая. Вот. И это на самом деле подавленная злость. Вот, в частности, вот подавленная злость на маму. На маму вашу. Вот, которую вы себе, по-видимому, запрещаете. Вот, потому что это небезопасно, может быть, это страшно, важно и так далее. Дальше, почему я не могу сделать так, как хочу, вот здесь любимый робот? Ну, этот вопрос, на мой взгляд, некорректный, вот, не совсем, я бы сказал, корректный, вот, я бы, наверное, задал вопрос немножко вот, по-другому, вот, я бы как-то вот, спросил бы себя больше о том, что мне дает, что дает мне такая моя позиция, вот, что я для себя получаю. Когда не делаю того, что хочу, вот, я думаю, что это многое могло бы прояснить в рамках понимания вашей ситуации. Еще то, что могло бы прояснить, это какое-то такое понимание, и четкое осознавание, что для меня мама. Вот. Ну, то есть буквально. Вот буквально. Что для меня значит мама? Просто. Вот. Как я к ней отношусь, как я ее вижу и так далее. Вот. Вы хотите одобрения, например, если вы хотите одобрения, то это нормально, то, что вы хотите одобрить. Ну, во-первых, вы можете не только вот то, что вы делаете сейчас делать для одобрения. Я думаю, что вы можете делать и какие-то другие вещи, вот, чтобы одобрение получить, если вам это нужно. Вот. Поэтому тут вот тоже такой момент, да, значит, какая ваша потребность не удовлетворена в том, что вот вы не делаете то, что хотите, там, например, из-за мамы. Вот, дальше. Почему я должна мучиться? Не должны. Вот здесь у вас, судя по всему, идет некая такая обида. Вот, на маму, как будто бы, вот, то, что вы, на мой взгляд, опять же, себе стараетесь подавить. Вот. Ну, это вот все прорабатывается на психотерапии. Вот, почему она меня не поддерживает, она, наоборот, гнобит, а почему вам нужна поддержка? Ну, в принципе, как вы приходите к тому, что вам нужна поддержка, вот. Чего вы сами боитесь? Как бы вы себя почувствовали, да, если бы ваша мама вас поддержала? Вот. Попробуйте тоже поискать ответ на этот вопрос. Я думаю, что вместе с психологом это, данная ситуация решаема.
вполне решаем. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.